Приглашаю садоводов, любителей и всех, кто неравнодушен к миру растений, прогуляться по моему саду. Начнем знакомство с моих любимых цветов роз. Я не представляю, как бы выглядел сад, если бы не цвели розы. Середина июля. Розы еще цветут. Мало, правда, но все равно еще есть. Кроме роз цветет вот такая еще красавица петуния. А это мой вечерний сад. Вечерний сад. Лилия пахнет. А еще среди моих цветов есть немного и садовых украшений. Зная мою слабость к огородным украшениям, дочь подарила мне на день рождения вот такой фонтан. В этом фонтане есть подсветка. Ночью так красиво смотрится. Вот, смотрите. А этого красавца подарил мне мой внучок Ванечка. Глазки у этого ежика, как у живого. Это еще один замечательный подарок от моей дочери и внукам. Прекрасное кашпо. Вот так и живем. После трудового рабочего дня любуемся украшениями и наслаждаемся ароматами цветения. Последняя лилия цветет. Вот эти уже отцвели. Оранжевая, розовая.